Доброе утро. Доброе пятничное утро всем мальчикам и девочкам. По поводу последней истории написали очень много столько людей. Знаете, проблема-то на самом деле не сколько в официантах, не сколько в рестораторах по поводу безграмотности. А дело в том, что гостей так устраивает, как они еще говорят, потребителя, которые получают данные услуги, и им это нравится. Они никому не жалуются, и они безграмотные хавают всю эту хуйню, которую им преподносят многие заведения. То есть они не пытаются требовать, они не пытаются что-то решать. А самое главное, мне очень понравилось, там есть комментарии таких, блядь, сука, диванных генералов, которые еще там типа коучерами себя называют. Он никуда в жизни не летал вообще. Он в чем заключается его подход? У него есть ноутбук. Он пизданул философского напитка, короче, прибухнул, открыл какую-то умную книжку и давай там, блядь, строчить. Так вот, таких, блядь, коучеров вообще ресторанный бизнес весь складывается из практики. Если у вас нет практики, вы нихуя, блядь, не можете рассказывать об этой истории, блядь. И вот таких коучеров прямо с порога надо, блядь, нахуй посылать, блядь, подальше. И а таких долбоебов, блядь, процентов 20, наверное, в этой индустрии. Никуда не ездил, никогда в жизни, блядь, ничем не занимался. Не оббил коленки, пытаясь что-то открыть свое или что-то получить положительное эмоционально от ресторанного бизнеса. У всех, блядь, на уме опять бабки, 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 бабки. И если в этот раз рассказать по поводу кальянов, то, ну, поверьте мне, это, блядь, ну, это может огромная история. Мне, может, повезло, я просто гипертоник, и я не могу работать там, где есть кальяны, и я начинаю прямо реально задыхаться. А когда ты ездишь по огромной стране, приезжаешь в много количества разных городов, где индустрии гостеприимства, ну, в их понимании, она типа начинает процветать, растет. Я понимаю, что в многих заведениях страны очень тяжело удержать гостей, и я не пытаюсь никого... Я понимаю, что, ну, кальян — это бизнес, и на этом хорошая маржа, и на нем очень хорошо зарабатывать. И наши гости, я знаю, масса мест, да не только в России, может быть, где угодно, когда гости заходят с порога и говорят, у вас есть кальяны, нет кальянов. Они, блядь, разворачиваются и уходят. И я могу понять тех людей, которые открывают такие точки, рестораны, бары, кафе, где они пытаются каким-то образом удержать гостей с помощью кальянов. Обидно, что сейчас нет комнат, сейчас можно, блядь, кальян курить просто пиздец везде. И человек просто, ну, не может почувствовать даже вкус цитрусовых, вкус палитры той, когда человек, бармен, пытается приготовить какой-то действительно вкусный, классический или авторский коктейль с палитрой ароматов, послевкусия, где действительно можно это почувствовать. Не думайте, что я сейчас какую-то хуйню несу, но это действительно так, то... Продымив, блядь, виноградом и двойные, блядь, дыни, блядь, когда даже кальянчик, блядь, падает, теряет сознание от кальянов, то там ничего не почувствуешь. Так что, я не знаю, ну, биться-то с этим, наверное, не надо, но все-таки очень радует места, когда ты приходишь, типа, он говорит, вот у нас, типа, бар, мы пытаемся за правильную культуру питья, и я очень радует, что, в принципе, в этом месте, там, наверное, нет кальянов. Ну, я не тот человек, который судить, который может кому-то что-то указывать. Я просто, бывает, рекомендую высказать чисто свою субъективную точку зрения. И всем диванным генералам идите нахуй, которые там пытаются что-то писать мне. Так что, а остальным всем хорошей пятницы, доброго дня. Сегодня пишу с руки, нету, как это, блядь, называется... С утра, блядь, башка пиздец не варит. Это всегда. Это уже старость, она не радость. Неважно. Пишу с руки, вот держу телефон с рукой, может быть, трясти. Хорошей пятницы, доброй пятницы. Думайте о себе, думайте, кто рядом с вами. И всегда относитесь к
так гостю, к официанту, к бармену, к посудомойщице, к поварам, так, чтобы вы хотели, чтобы они относились именно к вам. А у меня все. Всем хорошей пятницы, хороших выходных и хороших... Life is like a box of chocolates.